Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Нига, King on Fire. Как всегда, очень много подписчиков и подписчиц. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что мы будем делать обзор на монстров из игры или дополнения Cry of Fear. Cry of Fear. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой монстр самый крутой?» 60 хп. Могу просто взрываться. Могу просто убиваться. Странные, да, у него крутые ножички? Так. И... Я знаю, что думаю, это типа один первый младенец, а второй это уже сам ребенок. Да-да-да, вырос, психу такой вот неадекватный какой-то, очень классный. А ну-ка, давай, иди сюда. Убитейшн. А, он походу еще и кровотечение наносит. Так. Китал Праб. Прикольно, да, вообще-то? Какая бабка бешеная. Ребят, мы будем использовать этих NPC-шек в наших дальнейших роликах. Я добавил их в коллекцию. Все ссылочки можете найти в нашем Дискорде. Ссылочка в описании. У нас уже 24 тысячи человек, заходите. Бешеная бабка бегает и орёт. Анимация круто сделана, озвучка на высоте. Лупит по красоте. Погнали дальше. Кравлер. О! Ого, слышишь, чувак без ног и бьёт молотком. Мне нравится. Больно. Ребята, напишите потом в комментариях, какой больше всех монстр вам понравился. Потому что здесь очень много. Да, у них какой-то, кстати, есть эффект у каждого. Следующий. Crazy Runner. О. Да ну легче. Это какая-то девка бешеная вообще, ненормальная. Да тебе дядя Вася напал. На. Смотри, какая бешеная. Кстати, это реально очень похоже с какого-то фильма или игры. А сейчас же как называется? Ну чё? Я вспомнил, как называется эта игра, и фильм есть. Silent Hill. Такие же чокнутые бабы с ножичками. Так, всё, отвали, я тебя боюсь. Кроучер. О, чувак вверх ногами бегает. Это реально угарный челик. На тебе леща. Как он бьёт? Он молоточком бьёт. Прикольно, а ну... Да, он замедляет, кстати. Гимнаст, знаешь, да? Эй, ты же говорил, что он с одного раза не убивает. Прикольный пчелик. Ай. Вертогами ходит. Так, хорошо. Следующий у нас. Face LS 2. Что это за осьминог? Слышь, как оно ходит вообще странно. Что-то за кабака странная. Реально хоть поржем. Смешно, слушай. Прикольные монстры, но анимация чувак сделал странная. Я вообще не думал, в Гаррис Моде такие анимации делать. Край-фир такие анимации. Ну да, это ж с игры. Все скопировано в точь-точь. Знаешь, что такое, гуляешь по темному городу, а тебе такая шняга. Эй, отвали, шняга. Короче, дальше, удаляй. А чё это? Вот так вот, смотри, что у нас есть. Во, вообще жесть. Фастер. На тебе. Прикольно. Можно, кстати, сделать битву, да, между ними? Ну как, вселиться ты, допустим, и я им в разных, и битву замочить. Но это мы будем использовать в следующих сериях, не будем спойлерить. Не знаю, знаешь, можно как-то сделать так, чтобы они прям друг на друга, прям сотни. Так, смотрите, что у нас дальше? У нас есть... Крипинданеш. Что это за название? Что это такое? Какой-то странный челик. Слышь, успокойся, псих. А что у него на голове? Мешок? Это голова, да, дергается у него? Ой, они больно бьют. Удаляем. Так, хорошо, давайте заново поставим. Пошел. На, по башке. По пузу этой кабакой. На, двоих сразу. Вот это псих, мне он нравится. На. Бил одного, попал по другому. Как это работает? У него большой радиус действия. Ого. Такой звук, как будто по деревянной по голове. Деревянная башка. Дай пирожка. Он на меня напоминает на одного соседа. Да-да-да. Есть такой, да? Ты как у него правая нога изгибается? С палкой идет на тебя. На, говно. Так, хорошо, это был босс. Следующий у нас... психа. Эй, слышь, топоро, псих. Иди сюда, псих.
Эй, там меня бьет, блин. На тебе по башке. Эй, смотри, какой быстрый. На. Ай. Шаумбон, намного сильнее. Ну да. Ах ты жопа. Тех первых. Че он такой быстрый? Я не знаю. Хорошо, давайте удалим его, он реально неадекватный. Не надо вселяться в них, пусть они сами. О, рандом монстр. Опа. А ну. О, ладно, ладно, я понял, это те, которые дальше есть. Давайте, рандом монстр спаун. А это спаун, это их спаун. Воу, офигеть. So crazy. Короче, so crazy, короче, бешеная пила. Какой вообще волосатый челик, мне он нравится. И две бензопилы, слышите, как жужжит? Это жонглёр какой. У меня такое ощущение, что он это, рок слушает. Вот это он нормально. Четко, да, работает бензопилами? Какой-то вид танца слушает, не делает. Слышь, знаешь, в чем прикол? Мы можем его, допустим, увеличивать. Представьте, да, мы можем ролики его сделать просто гигантским. А зачем там поджигать его? А я, он не будет сейчас дамажить, я отключил этот. Слушай, прикольно. Классно, да? Мы же можем увеличивать, и он не будет нас бить. Увеличить. А теперь... Включить столкновение. Погнал. А, из-за того, что он высокий, не попадает. Эй, слышу, уменьшай его, этого психа. В Гарриспоне теперь сделали полноценное откидывание тени. Вы заметили? Раньше такого не было. Он не попадает, его надо уменьшать. А ну давай, до какого момента надо уменьшить, чтобы попал? Еще, еще, давай, давай. Я верю в себя. Все, хватит. Во, вот таким, нормально, великашка. Пошел, пошел. Хорошо, у нас есть другой босс. А, это был не босс, а теперь идет босс. Саурунер босс. Ого. Вот это он орёт. Что-то мелкий для босс. А давай его уменьшим, кстати говоря. О, чилипиздрик маленький, иди сюда, щенок. Если бы еще бензопила начала бы, да, жужжать меньше, было бы прикольно. Ого, троих сразу. Какой-то неадекватный чилипиздрик. Слышь, а вы можно еще меньше сделать? Типичный юзер нашего дискорд-сервера. Я его уменьшил. Давайте еще уменьшим. Если успеешь. Так, уменьшить. Блин, теперь попасть тяжело мышкой. Слышь, иди сюда. Ладно, щенок неадекватный. Так, следующий у нас, знаете кто? Сауэр босс. Опа. Такой на подкрадуля. Ой, четко бьет. Смотрите, у него в голове какие-то штуковины, да, вставлены? Это он и иголки сбил, он просто чуть-чуть. Ненормальный, да, какой-то неадекватный. Офигеть, у него мозги сзади, что ли, на спине? Офигеть. Пошел, пошел, пошел. Да. А что они все с бензопилами ходят? А я не знаю. Так, следующий у нас Севмо. О, рагуль какой-то. О, у него язык, видел? Ого, неплохо. Не, не надо уменьшать, пусть какой будет, такой будет. Хочу рассмотреть его. Бежит, бежит, бежит. Вот, блин, хотел отпрыгнуть в последний момент, но все равно дамажит. На тебе. Че он такой больно? Не знаю. Слоувер один. Нифига себе, слоувер. На тебе, леща, на... молоточком бьет. Кто неадекватный челик. На. Ой, двоих сразу. По башне бьет. Это дедуля. Так, хорошо. Слоувер три. Эй, слышь, панк. Ого, ух ты. Какого-то фильма напоминает. Напоминает с пятницы 13, да, челик? Да. Хотя он не с молотком бегал. Ну, маска сама похожа вот это вот. И псих такой же неадекватный, волосы за спину. Это, нет, не с пятницы 13, а с другого, там вроде такой чел. Словер стук. А это что, у него щупальцы из головы торчат? У него тоже молоток. О, гон, лупаша, не, пацаны, не. Рубит вас, как щенков. Попытайся, чтобы он тебя ударил. Давай.
Он замедляет меня. Я не могу бегать теперь быстро. Офигеть. Выживалку, да, можно с ним делать такую прикольную? Да, можно такую страшную карту. Слышь, успокойся, псих, я его уже боюсь. Можно хоррор записать, слушай. Слоу верно. А чё, так, если... только башка другая. С бензопилами бегали, теперь эти смот. Да, странджер. Я когда смотрю, он меня убивает. Ой, отвернитесь. Блин, ну он не ходит, он просто стоит и дышит, как додик. Нужно, может, отойти куда, как можно дальше. О! Он уже с пистолетом ходит. Ну, он сам себя убивает, реально. Называется суицидер. Обратите внимание, как прикольно смотрится. Стреляет, а потом все в бошку. Слышь, успокойся. А, он, когда один раз стреляет, потом себя... Ого! Вот это монстр, здоров! На тебе кулаком в голову. А ну меня лупани. Да не, лучше бы ты меня не бил. Слышь, аж земля, да, трясется, когда он ходит? Так. Да, земля трясется, реально. На. Вообще жестокий. Упер. Опа, чувак, псих со звонка, братуха. Вот этот мне больше всех пока нравится из этого пака. Неадекватный челик, который бьет с вами с руками. Ногой бьет. Слышь, попади сначала. Че, нормально дамажит с 3 ударов? Вот это жесть. На тебе. Ногой по башке. Хорошо. И последний. Ватру. Воу, рука бешена, успокойся. Она замедляет, я потом не могу ходить. Кот и щупальца. А, оно только с одной стороны бьет, смотри. Да. Пацаны, знаете, что мы сейчас сделаем? Готовьтесь. О, выживание. Слушай, а ты думаешь, что можно, типа, рандомно, где можно? Это ж я так и сделал, рандомная штука, она тупо разных, да, классно? Не, я для, не для, не до этого сделал, я хочу их взорвать, посмотреть, кто выживет. Так что, пацаны, здоровья, да? Счастья, здоровья и благополучия, карьерного роста. Обращайтесь. Ай-яй-яй-яй. Они по всей карте разбегаются. Надеюсь, успеют. Ой-ой-ой. Кстати, этот пак их берет. Кстати, они выжили. Давайте посмотрим, кто... Боссы выжили, да, высокие? Боссы выжили. Некоторые боссы выжили. Пацаны, вы просто убегайте, пожалуйста. Убила всех. Нет. Боссы еще остались. Да что за бешеные человеки? Вижу, ну, вижу. Хп. Подожди, давай чекнем не хп. Улетай. 1000 хп у них. Это было много раз. Проверять через контроль, у них хп. Там мы и так проверили, боссы самые живучие. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!